Доброе утро, дорогие телезрители! Мы продолжаем наше вещание. С вами в студии Мадина Лайпанова. Сегодня у нас в гостях яркие представители молодежи Карачаева Черкесской Республики, которые расскажут об интереснейшем путешествии в столицу нашей Родины. Но прежде чем мы приступим к нашему разговору, я предлагаю узнать, какая погода ждет нас в эту пятницу. Карачаево-Черкесии местами осадки, дождь и мокрый снег. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы будут до 11-14. Температура ночью минус 2 плюс 3 в горах до 7 градусов мороза, а днем 0 плюс 5 и местами до 10 градусов выше нуля. В Черкеске временами небольшие осадки, дождь и мокрый снег. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы будут до 11-14. Температура ночью 0-2, днем 3-5 градусов выше нуля. Делегация из Карачаева Черкесской Республики в составе 11 человек, в числе которых школьники, студенты и взрослые наставники, приняла участие во втором съезде российского движения детей и молодежи Движения первых», который прошел на территории международной выставки форума «Россия». Возглавила делегацию председатель совета регионального отделения Движения первых» Алина Качкарова. Именно она у нас сегодня в гостях, а вместе с ней двое ребят, которые также побывали на съезде. Доброе утро, дорогие друзья. Доброе, Доброе утро. утро. Рады вас приветствовать сегодня. Сегодня у нас был да? а, у вас состоялась очень интересная такая насыщенная поездка все мы уже видели даже несколько <laughs> роликов в интернете а, хотелось бы более подробно рассказать а, вообще о движении первых нашим телезрителям и собственно о том чем занимается данное движение ну а потом мы поговорим о том как состоялась ваша поездка я предлагаю вот алин тебе все-таки начать а, так как ты председатель данного регионального отделения да mm -hmm. расскажи пожалуйста что это за движение первых кто туда входит и основная Задача, ваши функции, собственно, да. А движение, первых, занимается воспитанием детей и молодежи. А если раньше у нас были различные движения, но они занимались исключительно школьниками или, допустим, исключительно студентами, то эм, решили, что несправедливо разделять. Да, да, да. И поэтому, ну, я хотела бы даже поправочку внести. Сейчас мы занимаемся еще и дошкольными учреждениями, потому что сейчас активно открываем первичные отделения и в детских садах Карачаево Черкесской Республики. И поэтому таким образом мы работаем с дошколятами, со школьниками, с каждым звеном и уже со студентами. Такого полупроизводства, да? Да, да, абсолютно. И при этом на съезде в этот раз повысили тот же возраст участника российского движения детей и молодежи до 25 лет раньше этот возраст составлял 18 лет угу. чем же мы занимаемся мы работаем по 12 направлениям и действительно любое направление какое бы мы ни рассмотрели сейчас мы один с тобой будь то наука будь то образование танцы творчество неважно абсолютно по душе любое занятие сможет найти ребенок в движении первых. Mm -hmm. ну, то есть что -то, это, это что-то, скажем так, немножечко как дополнительное образование можно рассмотреть, да? А, ты знаешь, можно даже рассмотреть и, и так. Я бы сказала, это такой конгломерат. Uh -huh. всего, что было до, и uh, более того, это большие новые возможности для детей. Но о возможностях я хотела бы, конечно же, чтобы рассказали uh -huh. наши ребята, потому что они сами uh, не первый год uh, чувствуют это на себе. Uh -huh. Но мы к ребятам обязательно сейчас uh -huh. перейдем, и они будут нам рассказывать. Хотелось бы узнать, вот движение, во первых оно существует относительно недавно uh -huh. вот, в регионе uh -huh. в том числе uh, за вот этот короткий срок, uh, кто вошел, сколько школьников, студентов сейчас насчитывает, да, региональное отделение. И, собственно, кто эти люди, скажем так, они, ну, отличившиеся в учебе или, в принципе, любой молодой человек может сегодня... Абсолютно любой. Я хотела бы здесь прям сделать акцент на этом, потому что абсолютно любой ребенок, который мечтает быть в движении первых, я не побоюсь этого слова, действительно, дети мечтают и пишут нам об этом, да, что они хотят быть вместе с нами в движении первых. Абсолютно любой ребенок может зарегистрироваться на сайте и участвовать, как в региональных активностях, так и в федеральных активностях. Что и делают наши ребята. На данный момент, Мадин, зарегистрировано на сайте только в региональном отделении 22 тысячи человек. Но из этих 22 тысяч, это не только дети, не только школьники и, там, и студенты, допустим. Да? Также это наши наставники, также это э, наши педагоги, также это наши родители, потому что э, огромная работа ведется не только э, с детьми, но и, естественно, с родительским сообществом. Мы прекрасно знаем, что Неразделимо идет и образование, и воспитание, как в школе, так и дома. Поэтому мы работаем с родителями, с педагогами, с да. наставниками, с детьми, охватываем все сферы жизни, да. сказать так. Ну вот сегодня у нас в гостях двое ребят. Я так да. понимаю, это такие активисты, те, кстати, кто побывал в Москве, да? Да, вот на этом да, да. -да, -да. Аслан Найманов, Магомед Адай. Очень рада вас сегодня видеть здесь, ребята. Ну да. давайте, прежде чем мы приступим к поездке. Да, вы расскажете об этом. Давайте немного расскажем телезрителям о вас, как так получилось, что вы вот вошли э, в число э, скажем так, тех людей, которые относятся к движению первых. Аслан, давай начнем с тебя. Расскажи немного, откуда ты, сколько тебе лет и почему, собственно, ты решил присоединиться к этому движению. Я Найманов Аслан, мне 16 лет, я с поселка Аркин шахар живу в Карачаево-Теркесской республике. Вообще, когда только началось движение первых, нам это объявили в школе на линейке. Меня это привлекло, но у меня, я не захотела делать действия, что-то вступать, участвовать. Показалось слишком сложно пройти, слишком сложно. Но одна моя знакомая девочка в этом участвовала и написала мне, сказала, вот я участвую в этом, можно выиграть, и поехать, например, на зимфест. В итоге я послушал. На зимний фестиваль в Донбассе. А, вон. Тебя заинтересовала поехать. Ну правильно, у каждого своя мотивация, да. В итоге я поучаствовал. Мы все отобрались и поехали на Зимфест, и после этого я участвую стараюсь участвовать в каждом мероприятии Движения Первых, знакомлюсь с многими ребятами. Например, до Движения первых я не знал Отдая Магомеда. Угу. Теперь он почти мой самый близкий друг. Ага. И мы с ним почему ты даже, кстати, похоже. Немножечко есть такое, да. Понятно. А скажи, пожалуйста, это была первая твоя поездка вообще в Донбай, в принципе, или бывал? До этого, когда у нас в школе были мероприятия, всякие, когда ну отбирали людей, которые поехали на на два-три дня, чтобы отдохнуть. Uh -huh. Ну, наверное, вторая-третья поездка, uh -huh. но самая запоминающая, веселая. Uh -huh. а скажи, пожалуйста, вот ранее, да, председатель движения сказал о том, что движение первых создает некие возможности для реализации молодежи. А сколько ты уже состоишь, получается, в движении? Ну, почти год, наверное. Вот за этот год для себя что ты открыл? Вот какие возможности дало тебе это, помимо путешествий? Ну, путешествия это тоже очень, мне кажется, хорошая такая мотивация достаточно для. Ну, например, я до этого этого ни разу на самолете не летал. О, вот. Ну, видите, движение первых дает э, какие-то, да, э, познавать жизнь с новой стороны. А куда летал? В Москву. А, в Москву. Это был Москве, твой первый да. В... Ага. да. Что-то еще, может быть, а, какие-то проекты созрели а, в голове? Может, хочешь чем-то заняться, сориентировался. Какое направление вообще больше всего интересует? Если честно, все направления я ага. стараюсь в каждом направлении почти по чуть-чуть. Угу. Но как я спортсмен, скорее всего, больше спорт или медиасфера я стараюсь. Угу. А каким да спортом занимаешься? Вольная борьба. У. У вас и спортсмен, да? Все такие комсомолцы, комсомольцы, да, красавцы спортсмены Здорово. Хорошо, Магомед, давай к тебе перейдем. У тебя такая необычная фамилия, хочу заметить, отдай, я первый раз, если честно, слышу. Ну расскажи, как произошло твое знакомство с движением первых? Знаете, оно произошло неожиданно, потому что я не знал вообще о движении первых, что это такое, как это вообще. Я три раза ездил в Артек и. После каждой поездки у меня, само собой, набиралось много друзей со всей России. И я был подписан на них ВКонтакте и увидел, что существует такой конкурс, там «Большая перемена». Угу. И мои друзья фоткаются, вот там табличка «Миллион рублей», «200 тысяч рублей» ну, и так я далее. такая, а, вот это... видишь, мотивация бывает да. разная. Я, да? я, это хотел... хорошо. я захотел поучаствовать, написал друзьям, таблички, зарегистрировался. Да? Ага. А «Большая перемена» — это флагманский проект движения первых. И угу зарегистрировавшись на «Большой перемене», я зарегистрировался на «Движении первых». Я написал своей сестре Аине, может, ты знаешь каких-нибудь людей, которые участвуют в таких конкурсах в Черкесске, которые активисты. Куда мне, в общем, обратиться, Да, да? как мне стать активистом. Uh -huh. И она мне дала контакт уже близкой моей подруги. Uh -huh. Я познакомился с прекрасной девушкой Дарьей Брянцевой. Uh -huh. Она uh -huh. меня позвала, она дала мой номер заместителю председателя движения первых по Карачаево-Черкесской Республики Амирану Мурадиновичу Дзугову. Mm. И о, буквально через два дня после того, как я познакомился с Дарьей Брянцевой, мне позвонил э, Амиран Мурадинович Дзугов и позвал меня на какое-то мероприятие, mm. поволонтерить э, на... Я даже скажу, это было... ию 1 июня, июня. Да, да. предвер это был фестиваль детства юности движение первых в черкеске я его помог организовать мне очень понравилось я захотел остаться с этими людьми я захотел их чаще видеть находиться с ними рядом потому что эта энергетика она прям в Оно воодушевило меня как-то менять свою жизнь. Потому что я до этого, знаете, часто мог просто сидеть в компьютере, mm -hmm. не выходить особо из дома. Понятно. Но когда стал частью движения первых, я нашел очень много друзей, я нашел mm -hmm. много единомышленников людей, которые помогают мне становиться лучше. И с которыми мы. С которыми я делюсь своим опытом, которые мне дают какие-то свои знания, опыт. Mm -hmm. Я учусь у лучших, у успешных людей. Mm -hmm. э, много видел невероятных реально людей. И я хочу быть в движении. А, понятно. Как так получилось, что вот кто эти 11 человек, как они попали, чем они заслужили, скажем так, да. вот право там побывать. Да. Мадин, спасибо большое за вопрос, потому что вот сейчас как раз-таки это будет ответ для очень многих. У нас прошла региональная конференция, как раз она прошла в рамках зимнего фестиваля, про который говорил как раз Аслан. И в Донбаие мы провели эту региональную конференцию с юристами, с мандатами. Все было. Посчитано, да, да, все было очень официально, да. И э, сами дети, получается, мы выдвинули список активистов. То есть, получается, э, детки представляли каждый свой район, э, потом СПО, там обязательно есть градация, да, какие дети попадают на съезд. И э, мы э, соблюли все правила, естественно, и э, представили на голосование 10 человек. Но э, 7 из них дети, а 3 сопровождающих, включая меня. И, и получается так, что у нас, допустим, муниципальный куратор, он был, это Елена Бердниченко, она выступала у нас как родительское сообщество, очень активный куратор и очень активный родитель. А Мадина Тхагалегова как раз выступала как куратор движения первых 15 школы и очень действительно крутой, не побоюсь этого слова, наставник для детей 15-го лицея города Черкеска. И проголосовав... Выбрали всех этих 10 человек, которые э, едут на съезд. Куда попал и Аслан, и, Куда, и Магомед, да? да, и Аслан, и Магомед, Александра, Керам, э, Ангелина, э, Саша, Эдуард, Эдуард mm -hmm. и кого забываем, Алиночку. Алина, назвали нет? Аделина. А, а, Аделин. Аделинку, да. Сразу видно председателя, даже всех поименно. Всех знаю в лицо, ребят. А вот Алине повезло еще больше. Почему? Потому что изначально мы выбрали только 10 человек, а федеральный офис отобрал еще по своим каким-то критериям еще одного человека к нам в команду. Это получилось Алина Джанкезова, это волонтер 18-й школы города Черкеска. И вот в такой прекрасной компании мы отправились. Москву. Ребят, ну чем запомнился съезд? Я так понимаю, это впервые вы побывали, да, там, вот конкретно вы и, наверное, ваши коллеги, скажем так, да, вот чем запомнился, как долго вообще длился съезд, что вы там делали, какие секреты обсуждали, может быть. Может, вы заинтересуете как раз-таки тех ребят, кто еще не был на съезде, но теперь захочет, послушав вас. Больше запомнилось это закрытие съезда, когда мы встретили главного гостя. В принципе, сейчас же можно его назвать? Человек, Ну, давайте откроем секрет нашим телезрителям. Что за главный гость посетил за Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации. С самого начала мы не знали об этом. Я Перед этим я немного опоздал на собрание. Там что-то говорили про главного гостя, там туда-сюда. Это... это была интрига, да, Николай? Да, я даже это пропустил. И мы приходим на это закрытие, сидим, уже нам почти все рассказали, уже чуть-чуть ждем, 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 пока не знаем, кто будет. В итоге называют председатель, говорят, 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 какие-то странные названия, никто не понимает, кто это. И тут признают президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, и просто все встают, все кричат, все снимают видео. Скорее всего, это было, да, самым запоминающим, что было на съезде. Магомед, согласен со словом? Действительно, это очень сильно запомнилось, потому что я впервые в своей жизни увидел лидера нашей страны, президента Владимира Владимировича Путина. Но также мне запомнился, запомнилась, наверное, жизнь сама вот в Москве вместе mm -hmm. с моими друзьями, с кучей друзей в отеле Измайлова. Mm -hmm. У меня было много друзей. И, и до сих пор есть много друзей. В общем, сама поездка тоже произвела впечатление, конечно. Увидеть столицу это тоже. Увидеть столицу побывать там со своими друзьями, вместе повеселиться, там, походить на разные мероприятия, на образовательные какие-то программы, выступить на перед ага. сценой. Принять важные решения. Принять важные Ре решения. Ну, понятно, для председателя... Я хочу открыть небольшой секрет нашим телезрителям. Дело в том, что Магомед еще и выступил на сцене съезда, да, он читал стихи. Это не может не радовать, что Крачаева-Черкесия так активно участвует в федеральных таких мероприятиях. Магомед, скажи, пожалуйста, помимо твоего выступления, я так понимаю, что тебе тоже запомнилось выступление президента, да, его появление. Вот скажи, какие испыт знаете как осаслан сказал изначально назвали его немного странно то есть сказали так на сцене председатель наблюдательного совета движения все ждали что будет владимир владимирович потому что уже все начали шептаться все э, говорили да он наверное будет и так далее вот И мы уже ждем его говорят на сцене председатель э, наблюдательного, наблюдательного совета а он и является председателем наблюдательного есть, да. ну, да. совмещает две должности да и назвали наблюдатель председательного света и все резко потом владимир владимирович путин и все просто зал громко очень начал аплодировать кричать россия и так далее очень было классно патриотизм просто в Именно в том зале, мне кажется, зашкаливал, потому что это это было невероятно. Это надо было видеть своими глазами, слышать своими ушами. Это Хочется ну, мы знаем, еще раз прочувствовать. Что а, президент да. России там не просто появился он, спел гимн. Да, да, ну и каждый день мы с президентом Российской Федерации гимн не поем. Да, поэтому, это конечно, да. Стало это... важным событием. И это тоже успели запечатлеть те люди, которые побывали на этом съезде. Поэтому я предлагаю и нашим телезрителям точно так же а, посмотреть, как это было. Итак, внимание на экран. See si, ya, newbie. Мы возвращаемся в студию нашей программы. Доброе утро. Напоминаю, у нас в гостях председатель регионального отделения движения первых и а, два и участника данного движения. А, Алина, хотелось бы у тебя узнать а, съезд все-таки. Он не просто познакомил ребят со столицей, да, они встретились с президентом, это очень важно, но не менее важно то те решения, которые были приняты на этом съезде. Вот расскажи, пожалуйста, для чего он, собственно, был организован и какие такие важные решения вы там приняли. А, Мадина, во-первых, съезд это самый главный сбор участников, потому что на нем действительно принимаются важные решения, и легитимным мы можем считать только решение съезда. Получается так, что вот как раз о чем говорили мальчишки, что повысили возраст участника, то есть теперь не до 18 лет движение первых участников, а до 25 лет. Также сократили название, теперь можно просто назвать движение первых. А раньше и было Уровни, извини, как было. Российское движение детей и молодежи, движение первых. Да, теперь можно, Kombi, То есть, допуск, да, допускается такой вариант, что просто движение первых. Это не считается ошибкой. И собственно, конечно же, построили очень много планов. У нас действительно 23-й год, не поднимая головы, мне кажется, мы работали, и действительно очень много мероприятий провели за 2023 год в Корчево-Черкесской Республике, благодаря которому которым как раз-таки познакомились ребята с движением. Но 24-й абсолютно не уступает 23-му, потому что с начала года уже провели несколько мероприятий. И более того, собрали сообщества родные и любимые, потому что мы прекрасно знаем, что президентом Российской Федерации год 2024 объявлен годом семьи. Соответственно, на семью большой упор, mm -hmm. а главой короче в республике объявлен год да, годом молодежи. И, в общем, как-то так... Да, все так объединилось в движении первых, что действительно очень много мероприятий сейчас, кстати... Согласовывается с федеральным офисом уже окончательный план. 24 крупных мероприятия на весь год. Это такие, как всегда готов. Вот из тех, которые вот ребята сейчас на слух точно узнают. Это зимний фестиваль, естественно. Это форум родные и любимые. Это очень много обучений как для наставников, так для родителей, так и для педагогов. И, собственно, много познавательных мероприятий, таких как в гостях у ученого, это мы выезжаем с детьми на Вархыс, Сауран. Да, да, Сауран. Затем работаем обязательно, привлекаем к работе нашей и детский дом, и реабилитационный центр «Надежда». То есть никого не оставляю в стороне. Поэтому планов действительно много, работы очень много. И очень здорово, что рядом команда единомышленников, которые каждый понимает, что мы работаем работаем на благо детей, мы работаем на хороший результат. Не просто результат, чтобы просто похвалили Карачаево-Черкесию. Нет, мы боремся действительно за то, чтобы каждый ребенок в Карачаево-Черкесской республике знал, что если он придет в движение первых, то он обязательно найдет себя. На такой вот позитивной ноте я предлагаю завершить нашу сегодняшнюю встречу. Хотелось бы поблагодарить вас всех, Алин, тебя, вас, ребята, за то, Спасибо. что вы пришли к нам в гости, Спасибо. рассказали. Мне кажется, такую важную информацию для молодежи нашего региона. Ну и, конечно же, пожелать успехов. Как Спасибо. ты сказал, 23 год был полон работы, 24 еще будет а, более насыщен. Ну, будем надеяться, что все поставленные цели и задачи у вас непременно сбудутся. Удачи вам и успехов. Спасибо, Спасибо большое. Ну а с вами, дорогие телезрители, я прощаюсь, желаю вам хороших выходных и до новых встреч.